печечку будем пробовать из двух банок. Так, видно или не видно? Оно сейчас видно. Сейчас, секунду. Ага, давай. Во, вот тут хорошо будет. Да, вот тут вот. Баночки, скляночки, дырочки, вентилятор. А как без нас? Ном. Не, ну там, а куда ложить? Сюда, прям в эту? Прям сюда вот. Прям сюда ложить. В эту. Не знаю, может не получится, может получится. Не, ну, надо же поджечь палочки. Вот палочки. Давай палочки. Сюда все. Салфетки. Да. Клади. Должно ж получиться хоть да. Что-нибудь. Вот это. Так. Да. Теперь она поджигалка. Эй. О. Есть огонь. Что, снизу надо? Все горит. Дымит такой. Дай мне батареечку. Оп. Теперь пробуем его расколбасить. О, глянь, работает. Работает. Глянь, как шарашит. Ветер. О. Нам ветер не нравится. Горит? Ну, горит. Но надо, судя по всему, надо маленькую ямку выкопать, потому что не хватает ему. Вот смотри, я приподнимаю. Там внизу. Да. Внизу не хватает чего-то там. Ай-яй-яй. Ого. Шарашит. Чё себе? Давай воду наливай. Попробуем так. Водичка.
представляете? Действительно весь мусор. Подожди, это репортер. Я ж бумагу кинул. Потихонечку надо подбрасывать, получается. Ну а палочку он наступил, и куда я засыпала? А, там вот так. Ну, он палочка, да. Это хорошо. Горячо довольно-таки тут. Ну вода уже тепленькая. Видимо, все-таки что-то в конструкции немножко не продумано. Они предлагают вот это вот верните там, какие-то, которые удерживают 3000-3500 градусов. Прилеплять? А смысл? Уже глянь, пузырики начинаются. Thank you.
кокошон тут. Это еще закипает. Закипает? Да нет, еще не закипает. В башке вверх. Ну возьми. Машина. А, ну значит все. О, мама, дерево. Фу, мы. Ну я уже не рискну палец туда совать. Палочек. А может быть горячо? Тут ты ж. Алло, ну возле дома. Своего, возле себя, мадам. Не знаю, иди, что дальше делаем? Не знаю, вы ж ничего мне не сказали. Он не знает. Вот он так особо не жаждет куда-то ехать. Поедем или не поедем, говорит? Не знаю. Не знаю. Да если что, Никиту возьмете на парковое, поедем, где будете там сидеть. Вон, мама, смотри, как это все сделали. Ух ты. Горячо. Я тебе скажу. Ну понятно, что горячо. Ветра, значит, мало. Вентилятор сильнее. Да. А если ну тут оно уже закипает, а я хочу приподнять. Там угли уже. Оно не сгорает. Там угли получаются. И они накаляют. Это все дело. Вот. Но все-таки закипятим или нет? Я думаю, закипятим. Когда он деревенять хочет большую, просит. А она ж уголь дает. А уголь нам не нужен. Траву тогда, да? Эй, чё оно не загорается?
О, пошло. Вентилятор надо более мощный. Ну, может, крышку надо на него, чтобы оно закипело. 20 минут мы уже тут распаливаем его. Давай хоть как-то зажигайся. Пишет. Вот это да, куда полетело? Заканчивает писать. Сейчас мы его заново включим. И заново включили. Пихал я дров уже сюда. Капец, сколько. Чего оно не разгорается? Сейчас сниму котелок и подниму эту штуку. Оно сразу загорится. Thank you.
интересно, горячая? Да, я горячая. Пошло разгораться. Надо на ровную землю ставить, чтобы песок не мешался. Mm-hmm. Стакан чуть выше должен быть. Видишь, сразу пошло загораться. Никита, еще давай палочек тонких мне. Спасибо, ты маленький палочек. Давай, 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 быстрее, быстрее, быстрее. Давай еще, давай, давай, давай. Ищи еще. Наверное, ниже должна быть это, может быть. Сама каструля. Может, дырочки надо делать в той нижней, чтобы больше воздуха. Не-не-не, там все нормально. О, гля, закипает. Никита, давай еще палочек. Папа, вон возле тебя палочки лежат. Куда ты пошел? Куда я пошел? Во! Маленькие какие. Вот! Сколько! Ну, вон палочки, что завтра будет тебе. Давай, давай, и давай, еще давай. Никита, не поотвечай. Ты больше ходишь. Ему нравится ходить. Что, родители приют? Приют родители, да? Та-ра-та-та-та. Папа, вот тебе, да. Давай, давай. Ну что ты делаешь, а? Палочку дай, папа. Ты по-людски можешь подавать? Закипай, закипай. Еще ну, закипай. Не знаю, считается ли это, что это кипит. Или не считается. А?
там бульбашки. Видно. Но кипит это или не кипит, непонятно. Наверное, все-таки ближе кипит. Или закипает. Это не палочка, это корень подмешивать, мешать. Палочка. Ну что, кипит это или не кипит? Ну что, кипит он в бульбашке уже пошел. Кипит. Можно чай заварить? В общем, вывод простой, чтобы не бегать в поисках материала
для сгорания. Нужно его заранее заготовить. И тогда оно закипит гораздо быстрее. Я как бы много времени потерял на поиски этих веточек, которые у нас во дворе после уборки дворником почему-то отсутствуют. Вот. А если есть материал, то оно все закипает и горит, наверное, гораздо быстрее. Ну что, будем считать, что она закипела? А? Это чё? А нет, тут не пластмасса. О, так хуже. Такая вот фигня. Будем считать, что эксперимент почти удался. Почти, потому что надо доработать. Все, конец фильма.